Вот смотрите, меня зовут Ильяс, а вас как зовут? Эльмира! Эльмира! Ильмира! Нужнее! Бабушка не слышит не вас! Не слышу! Давай, командуй! Давайте, 3-4, как вас зовут? Теперь знаю, как их зовут. Алмагачики, мы же со своими соседями все дружим, знаем друг друга. Вот теперь я всех вас знаю, и вас всем в гости могу позвать. Алмагачики. И концерт у нас так называется. Москва – город добрых соседей. Алиса, это правда. И на сцену я приглашаю маленькую жемчужину Данию Вахитову, лауреата московского детского конкурса «Энжебер де Кляре». Она исполняет песню Нелли Фатеховой «Безден Тукай» на слова Назифы Каримовой. Встречаем бурными аплодисментами!